Здравствуйте, мои подписчики и гости. Сегодня буду готовить вкусный ужин для всей семьи. Для этого я взяла картофель, мясо у меня свинина, можно взять курицу, чеснок, немного молока и яйца. Картофель натираю на крупной терке. Солю. И все хорошо перемешиваю. Картофель отставляю в сторону, а тем временем мясо нарезала на кусочки и отбиваю. Я отбиваю в тонкий пласт, чтобы мясо хорошо прожарилось. Но отбивайте так, как на отбивную. Затем мясо посыпаю солью и перцем черным молотым. Посыпаю, соответственно, по вкусу. И также смазываю каждый кусочек мяса пропущенным через чеснокодавку чесноком. Картофель отжимаю и жидкость всю сливаю. В отжатый картофель добавляю яйца, черный молотый перец. И все хорошо перемешиваю. Также добавляю несколько ложек муки. Количество добавленной муки зависит от того, насколько у вас водянистый картофель. И все хорошо перемешиваю. В тарелку взбиваю яйцо, вливаю немного молока. Солю. Перчу и перемешиваю. И каждый кусочек мяса обмакиваю в яичной смеси. На сковороду наливаю растительное масло, разогреваю его и выкладываю картофель. Разравниваю, чтобы слой картофеля был таким, на который поместился бы кусочек мяса. И еще осталось немного места вокруг этого мяса. Сверху мясо прикрываю опять же слоем картофеля, разравниваю его, прижимаю по краям. Обжариваю с каждой стороны приблизительно 2 минуты до румяного цвета. Затем аккуратно снимаю и перекладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов. Ну, приблизительно минут на 30-40, чтобы успело приготовиться мясо. Вот такое блюдо получилось. Подать его можно с овощным салатом или просто с овощами. Если понравилось, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить оповещения о новых рецептах.